Ты знаешь, что здесь происходит, не так ли? Ты просто хочешь видеть, как я мучаюсь. Ты действительно так сильно меня ненавидишь? Теперь я поняла, кого защищала держать тебя здесь. Не тебя, а их. Я, Папирус, приму тебя с распростертыми объятиями. Что ж, я такого не ожидал. Но все же, я в тебя верю. Ты можешь постараться чуть лучше. Даже если ты так не думаешь, я обещаю. Если ты победишь меня, ты уничтожишь их всех, да? Сотрешь все в одно мгновение? Но я не позволю тебе это сделать. Если ты думаешь, что я сдамся, ты ошибаешься! Какой чудесный на улице день. Цветение цветов и птицы поют. В эти дни такие дети, как ты, должны гореть в аду. В миг, когда провалилась я в ту дыру, я думала, тут много монстров найду. Но время пронеслось, и тогда поняла, что истинный монстр в этом месте лишь я. Обещала Азриэлю не раз, я буду другом, что тебя не предаст. Но пусть вас не смущает безобидный мой вид, мечтаю я тут устроить геноцид. Душу он забрал по задумке моей, не боюсь я ни монстров, теперь ни людей. Пускай Азриэль смог меня задержать, но с твоей помощью, Фриз, попытаюсь опять. Мы сотрем подземный мир, все страхи воплотим. Мы сотрем подземный мир, никого не пощадим. Мы сотрем подземный мир. Сотрем подземный мир. Мы сотрем подземный мир. Сотрем подземный мир. Все страхи воплотим. Мы сотрем подземный мир. Никого не пощадим. Ты, должно быть, тот, о ком предупреждал меня тот цветок. Что ты за монстр? Извини, не могу сказать. Тише, тише. Нет никакой нужды драться. Почему бы не обсудить все это за чашечкой чая? Видишь, я никогда не предавал тебя. Это все была уловка. Видишь, я ждал, чтобы убить его для тебя. Все-таки это я, твой лучший друг. Я полезный, я могу помочь тебе. Я обещаю, я не буду путаться у тебя под ногами. Я могу... Пожалуйста, не убивай меня! Приветствую. Я Чара. Спасибо тебе. Твоя сила пробудила меня от смерти. Давай сотрем этот бесполезный мир и двинемся к следующему. Нет? Как интересно.